данной камере также присутствует разъем нового поколения 3G HDI. Соответственно, вы можете в режиме Live передавать сигнал 1080p 5060p. Помимо сигналов 1080p 5060p, данный разъем позволяет передавать полноценный HD сигнал, к которому мы привыкли, 50i, и, естественно, режим стандартной четкости в SD HDI. Достаточно часто наших пользователей интересует удаленное управление с камерой. Вот, хотелось бы продемонстрировать вам вот такое вот достаточно удобное устройство. При студийном использовании можете его использовать, бренд Verizum. Вот, он позволяет подключить разъем управления как диафрагмой, так и фокусом. Достаточно удобно он крепится на ручку. Эти девайсы бывают различной длины. Соответственно, максимальная длина, насколько я видел, на B&H доступна порядка 50 метров. Соответственно, если ваша камера закреплена где-то на кране или вам требуется удаленное управление, рассмотрите такого рода варианты. Хотелось бы предупредить наших пользователей, что перед покупкой устройств сторонних производителей вы проверяли реальную поддержку нашего оборудования, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся на выставках с нашими пользователями, которые приобретают оборудование различных третьих компаний, и не идет поддержка полноценно управления или же диафрагмой, или фокусом. Часто мы сталкиваемся с тем, что операторы хотели бы переназначить аудиодорожку для фронтальной пушки. Для этого достаточно пройти в меню соответствующий раздел. Для этого нужно зайти в основное меню или длинное меню, так называемое, и выбрать тот или иной канал, который вас интересует. Например, первый или третий. Как вы знаете, в стандарте P2 поддерживаются 4 канала аудио.